Сахарный диабет – это группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы и развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, в результате чего наступает гипергликемия, повышенное стойкое увеличение глюкозы в крови, что приводит к различным осложнениям. Сахарный диабет характеризуется хроническим течением, а также нарушением всех видов обмена веществ в организме – углеводного, жирового, белкового и других. Сахарный диабет в основном подразделяют на две категории. Сахарный диабет первого типа или абсолютная недостаточность инсулина и сахарный диабет второго типа. Это относительная недостаточность инсулина. Сахарный диабет первого типа обычно развивается в молодом возрасте, характеризуется полной зависимостью от инсулина. Сахарный диабет второго типа обычно возникает в среднем и пожилом возрасте, характеризуется относительным недостаточностью инсулина и зачастую не всегда полной зависимостью от инсулина. Классифицируют также по степеням тяжести. Это легкое течение сахарного диабета, среднее и тяжелое. При тяжелом течении уже развиваются осложнения, характерные для этого заболевания. Осложнения сахарного диабета можно подразделить на две категории. Это острые осложнения и хронические осложнения. Острые развиваются в течение дней или даже нескольких часов, к ним относятся. Это диабетический кетоацидоз или диабетическая кома, которая возникает вследствие накопления ацетона в организме тела человека. Гипогликемия – это резкое снижение уровня сахара в крови. Причина этого может быть стресс. Также это гиперосмолярная кома. Чаще всего развивается у пожилых людей, связано с обезвоживанием организма. И также лактатоцитическая кома обусловлена накоплением в крови молочной кислоты как продукт распада глюкозы. Но наиболее опасность представляет это поздние осложнения сахарного диабета, которые развиваются в течение нескольких лет. Диабетическая ретинопатия – это поражение сетчатки глаза, что приводит к нарушению функции зрения, часто помутнению хрусталика. Диабетические микро- и макроангиопатии – это нарушение проницаемости сосудов, что приводит к развитию риска атеросклероза и, как следствие, инфарктов и инсультов. Диабетическая полинейропатия обусловлена гликемией в нервных окончаниях. Это нарушение двигательной и чувствительной функции конечностей зачастую. Также сюда относится диабетическая нефропатия, наиболее грозное осложнение сахарного диабета, потому что она во всех случаях приводит к хронической почечной недостаточности и зависимости от программного гемодиализа. Также к этим осложнениям относится диабетическая энцефалопатия, про нее как обычно не говорят, тем не менее она присутствует, что у больных с сахарным диабетом развиваются депрессии. И туда можно отнести осложнение хирургического профиля, диабетическая стопа, которая осложняется гнойно-некротическими процессами и приводит к ампутации конечности. На данный момент существует множество препаратов, которые позволяют компенсировать уровень глюкозы в крови. Также существует множество различных приборов для самоконтроля. К таким относятся глюкометры, тест полоски. И следить за своим сахаром очень важно, чтобы не допустить риск вышеуказанных.